Спортивные туристические мотоциклы в первую очередь предназначены для быстрого и при этом удобного перемещения на большие расстояния. Поэтому и речи не идет о любовании окружающими пейзажами, так как они просто превращаются в размытое пятно. Сегодня мы взглянем на десятку самых мощных спорттуристов, которые можно купить новыми в 2023 году. Открывает наш топ BMW R1250 RS. По утверждению производителя, он идеально сочетает спортивные амбиции и туристические возможности. R1250 RS оснащается оппозитной двойкой с системой Shift Cam, которая выдает 136 лошадиных сил и 143 ньютон-метра крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 4,7 литра на 100 км. Бак вмещает 18 литров. Разгон до сотни 3,3 секунды. Максимальная скорость 220 км в час. Снаряженная масса 243 кг. Цена на официальном сайте от 16 тысяч долларов. Далее у нас идет Kawasaki Ninja 1000 SX с мощностью 142 лошадиные силы и 111 ньютон-метров крутящего момента, который выдает 1043-кубовая четверка. При снаряженной массе в 235 кг спорттурист, по заявлению производителя, потребляет 5,8 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров. От 0 до сотни SX разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость 230 км в час. Официальная цена от 13 200 долларов. На восьмом месте старичок Yamaha FJR1300, который уже давно толком не обновлялся. Мотоцикл обладает четырехцилиндровым двигателем объемом 1998 кубических сантиметров, выдающим 146 лошадиных сил максимальной мощности и 138 ньютон-метров крутящего момента. При снаряженной массе в 295 кг от 0 до сотни спорттурист разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,7 литра на 100 км. Бак вмещает внушительные 25 литров. Официальная цена 1 870 000 иен. Это 14 300 долларов. На седьмом месте Suzuki GSX S1000 GT, который увидел свет в прошлом году. Его рядная 999-кубовая четверка выдает 152 лошадиные силы и 106 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни байк выстреливает за 3,2 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. Снаряженная масса 226 кг. Средний заявленный расход топлива 5,3 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Цена на официальном сайте от 13 300 долларов. На шестом месте Kawasaki GTR 1400, который на американском рынке известен как Concours 14. Этот спорттурист построен на платформе гипербайка Kawasaki ZX-14. Правда, могучая 1352-кубовая четверка в этом варианте выдает всего 160 лошадиных сил и 136 ньютон-метров крутящего момента. При снаряженной массе в 305 кг от 0 до сотни мотоцикл разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает 22 литра. Официальная цена от 16 тысяч долларов.
На пятом месте еще один баварец – BMW S1000XR. Этот мотоцикл сочетает в себе спортивную агрессивность, исходящую от знаменитого спортбайка S1000RR, и превосходную эргономику. Его рядно 999-кубовая четверка выдает 165 лошадиных сил максимальной мощности и 114 ньютон-метров крутящего момента. А разгон от 0 до сотни соответствует спортбайку и занимает всего 2,8 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. Бак вмещает 20 литров. Средний расход 6,2 литра. Снаряженная масса 226 кг. Официальная цена базовой версии от 17 тысяч долларов. На четвертом месте итальянский мотоцикл, который совместил в себе спорт туриста с тур эндуро. Это универсальный Ducati Multistrada V4. Его сердцем является двигатель от супербайка Panigale V4. Это 1158-кубовая V-образная четверка Gran Turismo, в которой привычный для Ducati дисмодромный привод клапанов был заменен на традиционную систему с пружинами. Здесь она, конечно же, выдает поменьше мощности – 170 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 240 кг. Средний расход 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает 22 литра. Официальная цена в Италии от 20 тысяч евро за обычную версию и до 30 тысяч евро за версию S. Открывает тройку лидеров Kawasaki Ninja H2 SX, которая обладает 998-кубовой рядной четверкой с наддувом. Она выдает 200 лошадиных сил и 137 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 260 кг. От 0 до сотни байк способен разогнаться за 2,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Средний расход топлива 6 литров на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Официальная цена около 28 тысяч долларов. Об этом и многих других мотоциклах этого топа подробные выпуски выходили ранее. Ссылки будут в описании. На втором месте легендарный пожиратель автобанов Suzuki GSX-1300R Hayabusa, которая была обновлена в прошлом году. Мотоцикл оснащен рядным 16-клапанным двигателем жидкостного охлаждения объемом 1340 кубических сантиметров с двухвихревыми камерами сгорания. Он выдает 197 лошадиных сил и 155 ньютон-метров крутящего момента. При снаряженной массе в 264 кг Hayabusa от 0 до сотни разгоняется за 2,6 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 300 км в час. Средний расход топлива около 6 литров. Бак вмещает 20 литров. Цена на официальном сайте 18 800 долларов. Сегодняшнего топа могучий кипербайк, который создан, чтобы без оглядки поглощать тысячи километров. Это Kawasaki ZZR 1400, он же ZX14R. Его сердцем является 1441-кубовая рядная четверка, которая выдает 210 лошадиных сил и 162 ньютон-метра крутящего момента. При снаряженной массе под 270 кг эта махина от 0 до сотни выстреливает за 2,8 секунды. Максимальная скорость свыше 300 км в час. Средний расход топлива 7 литров на 100 км. Емкость бака 22 литра. Цена на официальном сайте от 16,5 тысяч долларов.